Кому ты сигналишь, ты кобыла? В сиськи свои посигналь. Машину убрали, полиция! Ты чё корочками тычешь? У меня таких хоть жопы жуй. Видишь? Помощник депутата. Не лезь. Уважаемый помощник депутата. Ты кто? Соску свою ездить научи. Ты чё, конь? Ай! Все. Быстро! Забрал его и ушел отсюда! Сука! Я тебя из-под земли достану! Кровью хапать будешь! Помилуй давай! Какой был отрыв? Какая разница? Упустили. Подробности интересуют? Что вам известно о местонахождении Ленды в данный момент? О его местонахождении не имею ни малейшего понятия. Хочу предупредить вас об ответственности за дачу ложных показаний. Спасибо. Огромное спасибо, что предупреждаете. Зажигалки не найдется? Ты тут шерлстом не строй. Я тебе не мужик под юбки заглядывать, и мне плевать, в трусах ты или без. Ну как же без трусов? Это не гигиенично. Значит, в трусах. Дорогие, наверное. Угу. А на зоне дешевые раздают, ношеные. Непонятно, кем до тебя одеты. Стиранные, перестиранные. Готовы в таких лет 5 сходить? Стоит он того или нет? Хорошо, записывайте. Я Шапошникова Алла Андреевна. По вопросу о местонахождении моего гражданского мужа Лендова Валерия Андреевича имею сказать следующее. Пишите. Первое. Прошу не применять ко мне на допросах методы физического воздействия, в скобках. Пытки. Второе. Требую уважать мое человеческое достоинство, соблюдать процессуальные нормы и мои права гражданин Российской Федерации. Госпожа Шапошникова. Вы кто? Моя фамилия Ефремов. Ефремов? Вы загораживаете мне машину. Передайте, пожалуйста, Лендову. Я не общаюсь с Лендовым, я не знаю, где он находится. Ну да, разумеется. Когда в следующий раз не будете с ним общаться, передайте, чтобы он навел обо мне справки. Дело в том, что я ловлю людей, которые убивают других людей. Это моя работа. И она у меня получается, в общем, очень даже неплохо. А Лендов убил человека, которому я очень многими обязан. Поэтому, как понимаете, это не совсем работа для меня. Поэтому для здоровья Лендова было бы неплохо, если бы первым его нашли наши доблестные органы, а не я. Все? Я могу ехать? Конечно.
А знаете что, господин Ефремов? Вы просто символ. Вы можете стать рекламным лицом наших доблестных органов. Тоже угрозы и понты. И тоже ни черта не видят. Извините, если задел. Ой, да ну что, я уже привык. А по поводу символа, он ведь у нас уже есть. Фемида, слышали? Богиня правосудия. Тоже слепая, но только держит меч в руке. На экране код. На экране код зубочистки. И на экране клубника и фрукты. На Господь экране благослови вас. Фрукты. Подайте сколько сможете. Простить мне некогда. А, извините, пожалуйста. А вы часто тут ходите? Да, почти каждый день. Да, возьмите. Во славу Божью. А, видели? А, секундочку, подождите. Что? В двух кварталах от меня находится мини-маркет. Туда привозят продукты какой-то Петя на белом фургоне. Именно он помогал нашему киллеру менять колесо. Вот как он это делает, а? Раз бы глянул. Видели? Видели, всей пятерней приложился и не успел стереть. Алло? Петр, здрасте, это майор Забелина. Утром с вами общались. Вы когда последний раз мыли машину? Да вот сейчас начинаю. Петя, стой! Не надо! Так, стой, подожди! Вызвать такси.